Ликярна-Уцьку відбулося відкриття відреставрованого будинку. Компанія-забудовник «Одеса Буд» звернула увагу на ділянку в центрі міста і почала тривалі переговори з власниками. Створений житловий комплекс гармонічно продовжує архітектурну спадщину історичного центру Одеси. Мы вместе общими усилиями, благодаря всем нашим сотрудникам и нашей компании, сделали это чудо. На сегодня очень приятно видеть, что есть объект, который вписывается в архитектуру города и ни в коем случае не нарушает. Старая Одесса должна хотя бы примерно сохранять свой облик, и мы очень горды тем, что у нас получилось сделать такой дом. И сегодня действительно праздник, мы закончили, все жильцы могут заселяться и получать свои ключи. Процес відновлення будівлі мав певні проблеми, вирішення яких потребувало часу. В першу чергу проводилися укріплювальні роботи сусідніх будівель та експертизи. Незважаючи на те, що підготовчі роботи тривали більше 5 місяців, будівництво будинку пішло трохи більше року. Компанія-забудовник прагнула якомога швидше закінчити будівництво будинку і уникнути залежності від ситуації на ринку. Нам помогает команда профессионалов, у нас работают молодые архитекторы, очень опытные подрядчики, и мы стараемся, чтобы Одесса с каждым годом становилась все краше и краше. З 7 поверхів будинку під житлову частину будуть виділені квартири, починаючи з 3-го поверху. А ось перші 2 відведені для офісів. У цьому ареалі міста превалює більша ділова активність. Люди, які придбали квартири і планують перепрофілювати їх під комерційні об'єкти. Это вторая квартира у этого застройщика. Первую квартиру я купила на Приморской 22. Вовремя сдали, хорошо сделали, обслуживание дома хорошее. Но это уже их не второй проект. Я, у них сейчас еще 3-й проект. Еще надеюсь в этом празднике жизни поучаствовать. Центр города очень удобно, великолепное расположение. Можно и поселок Котовского, Таирова, куда тебе нужно. То есть и в центре города я работаю, мне очень удобно находиться в центре города. Во-первых, это локация. Центр города. Во-вторых, застройщик этот, это, по-моему, самый надежный в Одессе. Это наш именно одесский застройщик, который строит прекрасно. Они сейчас на проспекте Шевченко, великолепный дом. Они построили на Приморской, возле Потемкинской лестницы, шикарный дом. Тут очень удобные транспортные развязки, вся инфраструктура. Одним словом, центр Одессы, сердце Одессы. Поэтому вот наш выбор пал на это место. Об'єкт будувався з екологічних матеріалів і застосуванням нових технологій. Перед відкриттям було проведено декілька експертиз, в тому числі ретельно перевірялася пожежна система. После некоторых несчастных случаев требования наших надзорных служб, пожарных и прочих, охраны труда находятся в таком повышенном уровне. Поэтому мы соблюдаем абсолютно все требования и все нормы, которые предъявляются к строительству. И дом сдается комиссии, в состав которой входят профессионалы и проверяют. Мало того, они проверяют сначала экспертизу, делают проекта, после этого они еще делают экспертизу построенного соответствия проекта, построенного объекта. Поэтому это довольно сложный процесс, трудоемкий, кропотливый, но мы его преодолели. Компанія планує займатися благоустроєм не тільки будівель у центральній частині міста, а й скверів. Невисокі будинки будуть прикрашати історичний центр та дарувати Одесі привабливі елементи архітектури.